Всем привет! Вы на канале МакКаллистер. Видеорасследование ФБК о дворце Путина подарило много поводов для удивления. Но особенно сильно Твиттер обалдел от наличия там склада грязи и аквадискотеки. 19 января Фонд борьбы с коррупцией Навального выпустил видеорасследование о дворце Путина, особняке под Геленджиком площадью 17 тысяч квадратных метров, а весь участок занимает 68 гектаров. По данным ФБК, его строительство обошлось минимум 100 миллиардов рублей. Видео мгновенно взлетело на первое место трендов YouTube. Менее чем за сутки его уже посмотрели 17,5 миллионов раз. Сейчас цифра составляет более 56 миллионов просмотров. Авторы показали подробный план внутренних помещений дворца. Утверждается, что данные предоставил один из подрядчиков. Согласно им, внутри дворца, помимо прочего, находится кальянная, казино, аквадискотека, игровая комната и склад грязи. Тут-то за дело и взялись пользователи соцсетей. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Всем пока!